В свою очередь, правительство Российской Федерации продолжает помогать регионам с модернизацией первичного звена здравоохранения. В рамках этой работы в Тверскую область будет направлено финансирование на приобретение и оснащение модульных фельдшерско-акушерских пунктов. За счет федеральных средств уже в этом году в регионе появится 16 новых медицинских пунктов. Они будут работать в сельской местности, поселках городского типа и малых городах. В конце мая правительство выделило более 1 миллиарда рублей на развитие первичного звена здравоохранения в 23 регионах. Всего до 2025 года на эти цели планируется направить не менее 500 миллиардов рублей. Объем финансирования рассчитывается по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис ОМС, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей. Деньги могут быть потрачены в том числе на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, приобретение медицинского оборудования, покупку автотранспорта для медицинских организаций.